Добрый день, дамы и господа. Добрый день, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на новогоднем концерте Международного музыкального фестиваля «Творцы Санкт-Петербурга». Сегодняшний день, как и весь год, для нас является праздничным, потому что нам 30 лет. И за это время у нас появились друзья не только среди зрителей, верные, преданные друзья, но и среди исполнителей по всему миру. Поэтому я с большим удовольствием для приветственного слова под ваши аплодисменты приглашаю художественного руководителя фестиваля «Творцы Санкт-Петербурга», заслуженную артистку России Марию Захарьянц. Мария, у вас 45 минут, вы только туда не спешите. Признаться в том, что вот это каждый концерт я выхожу всегда так, как в первый раз. Это правда, не всегда, невзирая на то, что кажется уже 30 лет фестиваля, но сегодня вот какой-то у нас сегодня знаковый концерт, потому что это отмечает 30 лет нашей деятельности на фестивале «Творцы Санкт-Петербурга». Потому что мы начинали, когда еще был это 90-й год, это была еще другая страна. Вот. Но мы остались русскими людьми, российскими людьми, мы остались петербургцами. Есть то, что абсолютно ничего не меняет. Тех, кто, кому Бог дал почувствовать любовь к своей земле, к своему городу. И вот это чувство любви, оно двигает нас в искусстве, потому что вы знаете, все мы заметили, что вообще-то все искусства хотят быть похожи на музыку. Вот у меня есть много друзей художников, которые рисуют и включают обязательно музыку. И это тоже правда. И, конечно, вот это высокое привилегия находиться в музыке. И я всегда испытываю большую ностальгию по своим, по вам, по публике, потому что мы, когда мы выступаем, когда мы выходим на сцену, мы живем. Это все равно просто как чистой воды напиться и отдать все самое лучшее. Знаете, как говорил мой профессор, прежде чем ты выходишь на сцену, задай себе вопрос, а что ты хочешь сказать? Ну вот сегодня я хочу сказать самое лучшее. И благодарим за каждый прожитый год Господа. И давайте я хочу пожелать вам в первую очередь мира, нам всем мира. Я замолкаю на одну секунду. Здоровья. Нам всем в нашей стране победы, развития. И, конечно, мы как ее неотъемлемая часть, на каждый человек, это часть этой страны. А вообще без Петербурга нет России. Мы все это понимаем с гордостью, правда? Только дал нам возможность делать такой фестиваль. Больше нет такого места в мире. Поэтому мы вас любим, желаем, чтобы у вас все сложилось, и чтобы вы счастливо проводили этот 23-й год с благодарностью. И ждем вас всегда, и потому что без вас наш фестиваль прекратить свое существование. Огромное вам спасибо и прекрасного концерта. Дорогие друзья, ну и в самом начале этого я с большим удовольствием хотел представить нашего друга, который приехал, чтобы поделиться своим теплом, передать привет из солнечной Италии. Поэтому встречайте сам герой Рэй. Две части из цикла «Ронда Венециана». Исполняет симфонический оркестр Ленинградской области. Национальный коллектив «Ладно Планет», который сейчас появится, дирижер, маэстро Кристиан Делиза. Встречайте. Растеплый и солнечный мир из Италии. Thank you.
релиза White Ballet и симфонический оркестр Ленинградской области. Вы видите, как аккуратно приходится танцевать танцоров, чтобы вот лодкой не сбить маэстро в канал Венеции. Часть вторая. И маэстро Кристиан де Лиза. Спасибо большое. И благодарим театр танца «Малый Трианон» за любезно предоставленные костюмы. Художественный руководитель «Малого Трианона» Ярослава Купнова. Это было красиво. Кристиан, в России есть традиция под Новый год, а до него осталось совсем немного, что-то пожелать зрителям. Я знаю. Спасибо, спасибо. Добрый вечер. По-итальянски. Я учу по-русски, но parlo ancora male russo. Tanti auguri a San Pietroburgo, la città dove adesso io vivo, ho scelto di vivere. Tanti auguri a tutti voi. Vi auguro un felice anno nuovo e ricco di tutto, veramente. E viva San Pietroburgo e viva Napoli. Viva Neapoli. Ну, я думаю, что и так понятно, но я просто переведу, что Кристиан очень рад работать в Петербурге. Он хочет жить в этом замечательном городе, потому что здесь царит музыка, и он в этом городе будет петь неаполитанские песни. Он бы также хотел рассказать, что в Италии под Новый год существует такая традиция, что нужно... Подожди, подожди, Миш, я еще не задал ключевой вопрос. По-итальянски. Я хотел Кристиана спросить, а правда ли, что вот итальянские произведения лучше всего исполняют итальянские дирижеры? Конечно. Конечно, си. Да. Нет, что ли? Но! Perché italiano? Руссо! Я так понимаю, что в наш диалог врывается, вы сами понимаете, Михаил Голиков, замечательный дирижер Санкт-Петербурга, который сейчас докажет, что русские дирижеры тоже могут. Не надо, драки не нужно. Провожаем Кристиана, здорово, спасибо. Но вы позволите, по крайней мере, объявить, что вы будете играть? Чезаре Биксио, неаполитанская песня «Парлами д'аморе Марию», исполняет солист Мариинского театра Виктор Мариинский.
Коротич. Виктор Коротич, за дирижерским пультом народный артист Кабардино-Балкарской республики, да, Михаил Голиков. В общем, занесло... Нет, Виктор, подождите, подождите, вы же видели, у нас Кристиан говорил пожелание, вы тоже должны будете подумать и что-нибудь сказать. Я понимаю, что это неожиданно, но это сюрприз сегодня для всех. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо за вашу энергию. Дай вам Бог здоровья и бесконечной вам энергии. Спасибо. Михаил, Виктор, Сергей, вы хотели поздравить без меня? Нет, Ирочка, без вас, я так понимаю, что это просто невозможно. Только итальянская музыка? Давайте споем что-нибудь русское. Давайте. Итак, русско, я даже догадываюсь, можно объявить-то хоть? А может, все догадаются? Итак, солистка Мариинского театра Ирина Матаева, песня «Валенки». Подшиты старенькие, нельзя валенки носить.
девчонка миленькой садить. Валенки да валенки, ой, да не подшиты старенькие. Валенки да валенки, эх, да не подшиты старенькие. Ой, ты, Коля, Коля Николай, сиди дома, да не гуляй, не ходи на тот конец, да не носи девкам колец. Валенки, валенки, ой, да не подшиты старенькие. Валенки, да валенки, ой, да не подшиты старенькие. Суди люди, суди Бог, как же я любил. Михаил Коликов, танцующий дирижер, я бы сказал так. Ирочка, у меня только один вопрос. Смотрите, ребята в сапогах, девчонки в туфлях. А почему вы без валенок? Вот валенки старенькие. А так вы, кстати, сели бы на сцену, ногами помахали бы, и было бы так красиво. Было бы. Ну что, пожелания? Валенки на даче. Хочу пожелать, да. Хочу пожелать этому прекрасному фестивалю, которому всего лишь 30 лет. Это для такого фестиваля это очень маленький срок. Я думаю, как 3 года для ребенка. А дай бог, чтобы он много-много лет продолжался. Спасибо Марии Сафарьян, что она делает такие концерты. Ну и, конечно, в этот новогодний день еще хочу пожелать вам всем мира, добра, здоровья. И будьте счастливы, и хорошего настроения. Спасибо. Спасибо. 30 лет для фестиваля «Дворцы Петербурга» – это, наверное, примерно то же самое, что для Мариинского театра 200, сколько ему, 60? Да что-то такое. Да, ну, как это у нас у русских, кто считает, да? Спасибо большое, Мария, спасибо. Михаил. Не-не-не, подожди, дай хоть сказать. Мы, можно на «ты», да? Что мы там будем как-то? Ну, я видел, что, во-первых, я должен сказать, что я всегда думал, как тяжело петь исполнителю, чтобы вовремя вступить с оркестром. Я вот увидел, как ты специально делаешь паузу, показываешь, давай, мол, артист, вступай, ведь так здорово. Танцующий дирижер и еще самое главное, говорящий. Пожелай что-нибудь публике. Страшно, рвусь к микрофону. Добрый вечер, дорогие друзья, еще день, но уже скоро будет вечер. С наступающим Новым годом, фестивалю, всем вам веры, чудеса, чтобы они случались, как будут сбываться все ваши желания и все мечты в будущем году. С наступающим! Спасибо! Ну а подарком от симфонического оркестра Ленинградской области, от маэстро Голикова, будет попурри на тему песен о любви. Сергей Соколик. Можно подпевать. Вам покажут, когда. Про себя. Жить.
симфонический оркестр. Оркестр Ленинградской области. Самый молодой по возрасту оркестр в России. И маэстро Михаил Голиков. Браво! Это было здорово. Знаете, все-таки, чем отличается питерская публика от московской? Вот в Москве бы подпевали во весь голос все, а вы подпевали про себя. Вот. Но на самом деле, дорогие друзья, в нашем городе и под Новый год все озарено красотой. И очень приятно, что вот эти все 30 лет мы поем волшебную, красивую, исполняем волшебную, красивую музыку в красивых дворцах. Поэтому хочется говорить и говорить о красоте. Осталось только объявить, да, и попеть. Джоаккино Россини, Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник», поет Виктор Коротич.
И, дорогие друзья, мы благодарим салон красоты на Монетной. Это было просто великолепно. Вот чем отличается Питер от Москвы? В Москве взяли бы манекен, а в Питере живого человека. И экспериментируют. Ну, на Сарили этого никто не заметил. Красота! Как сказал Федор Михайлович Достоевский, красота спасет мир. Спасибо большое. Виктор Коротич, салон красоты на Монетном, это было великолепно. И специально рядом с тобой стою Михаил Голиков. Ну а сейчас я должен сказать, что мы с вами провожаем по восточному календарю год зайца. И уже просто слышим, как на пятке зайцу наступает зеленый дракон. Будете видеть воочию, дорогие друзья. Вот сейчас мы видим, на сцену бежит заяц. За ним зеленый дракон. Спасите, спасите, я гибну скорее. Спасите, спасите, я страшного змея. Судьбою я в жертву ему предназначен, всесильные боги. На что ваша власть, не дайте пропасть, защиты я прошу. Их много. Они еще есть в этом году. Ведь до конца года еще 8 часов, 8 минут. Вот они идут сюда на сцену. Для того, чтобы сказать все, что они хотят. Миша, не бойся. Зайцы маленькие, зайцы большие, зайцы мальчики, зайцы девочки. Зайцы-юноши, зайцы-девушки и папа-заяц.
не надо. Вы здесь изволили мою морковь. Участников этого замечательного действа. Музыка Вольфганга Амадея Моцарта и Максима Дунаевского. Либретто Юрия Энтина. Вы видели оперу-шутку «Пиф-паф». Режиссер-постановщик Аркадий Геондов. Роли исполняли Заяц, солист Мариинского театра Борис Степанов. Охотник, солист Ереванского театра оперы и балета Аванес Нарзесян. Хор «Зайцев», который уже убежал, детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, художественный руководитель, он же отец, Игорь Грибков, дирижер Михаил Голиков. Если дети меня еще слышат, морковку не съешьте, у нас еще второй спектакль. И вообще, дайте реквизит. А то все-таки, да, во время перерыва все съедят. Но, дорогие друзья, до наступления антракта остается буквально 5 минут. Я знаю, что в этом году во дворцах нельзя пить шампанского, поэтому я даже знаю почему. Говорят, под Новый год все желания сбудутся. Нужно только меньше пить, а то они забудутся. Вот поэтому во дворцах и нельзя пить под Новый год, чтобы вы все желания, которые мы вам сегодня пожелаем, унесли с собой. Но у нас сейчас Ирина Матаева и прекрасная песня. Я думаю, что вы будете подпевать. Я вам песенку свою про
пять минут. Эту песенку мою пускай поют. Пусть летит она по свету, я дарю вам песню эту. Эту песенку про пять минут. Пять минут, пять минут. Бой часов раздастся вскоре. Пять минут, пять минут. Помиритесь, стекну в ссоре. Пять минут, разобраться, если трудно. Даже в эти пять минут можно сделать очень много. Пять минут, бой часов раздастся вскоре. Помиритесь, стекну в ссоре. На часах уже 12 без пяти. Новый год уже, наверное, в пути. К нам мчится полным ходом. Скоро скажем с Новым годом. На часах 12 без пяти. Новый год он не ждет. Он у самого порога. Время мчится вперед. И осталось так немного. Милый друг, поспеши. Себя терять минут не надо. Что не сказано, скажи. Исполняют Борис Степанов и Ирина Матаева, танцевальный коллектив «Уайт Балет», дирижер, маэстро Михаил Голиков.
над страною сейчас. Вальс, 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 у нас и у вас в этот радостный час. Вальс, 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 звучит на объявить, бывает балет. Деточки, не уходите, не уходите, на секундочку прошу вас остаться. Борис Степанов, Ирина Матаева и Михаил Голиков. Деточки, я прошу вас буквально на пару минут остаться, подождите. Ну, во-первых, Борис у нас не говорил пожелания. Да. Дорогие друзья, с наступающим вас Новым годом. И хочу вам пожелать, прежде всего, счастья, любви, терпения, гармонии во всем. Успехов во всех ваших начинаниях и, конечно, здоровья вам и вашим близким. С наступающим! Я почему прошу вас буквально, вот еще артистов, побыть минуту на сцене? Меня попросили сыграть в такой новогодний блеф-клуб, но что сразу вот спускаться в зал, когда есть артисты, на ком можно проверить какие-то вопросы. Поэтому начну с Бориса, потому что там вопрос такой запутанный. Вот, Борис, верите ли вы, что отличить левую ногу от правой очень легко, на левой ноге большой палец справа? Итак, левую от правой отличить очень легко, на левой ноге большой палец справа. Давайте, вы подумайте, смотрите. Левую ногу от правой отличить очень легко. На левой ноге большой палец справа, а на правой ноге большой палец слева. Верите, правильно делаете, аплодисменты Борису. Ира, вопрос вам. Верите ли вы, чтобы зимой было теплее, надо шубу заправлять в штаны? То есть у русских женщин такой старый способ. Шуба в штаны выглядит чудаковато, но тепло. Не верю. Не верите, а зря. Я так с собаками гуляю, беру шубу у жены, штаны заправляю и гуляем часами в морозы. Вот завтра будет мороз уже, а мы будем гулять. Отпускаю артистов Ирина Матаева и Борис Степанов. Михаил. Не-не-не. Навеяла опера «Иван Сусанин», поэтому вопрос такой, Миш. Веришь ли ты, что Иван Сусанин автор первого маршрута по Золотому кольцу для польских туристов? Да, потому что я там был. Веришь? А зря. Так, мы теперь будем эксперимент проводить с вами. Так, ну давайте детей трогать не будем, хорошо? Вопрос вам. Верите ли вы, что одна медсестра, которая очень боялась делать уколы, просила больных, чтобы они сами садились на шприц? Не верите, правильно делаете. Так, вопрос вам. Верите ли вы, если деньги считать перед зеркалом,
то их будет вдвое больше. Верите? А зря. Такая доверсия, а? Так, о, вопрос вам. Серьезно, такой мужчина красивый. Верите ли вы, что красивые мужчины стекла в автомобилях не тонируют? Не верите? А зря. Так, хорошо, сейчас мы... Вот, вопрос вам. Сейчас я вам посложнее выберу. Верите ли вы, что под Новый год все сбывается, даже то, что в обычное время сбыть не удается? Верите, правильно делаете. Так, вопрос вам. Верите ли вы, что однажды на новогоднем празднике папа надел костюм зайчика хвостиком вперед? Верите, правильно делаете. Папа был немножко нетрезвый, такой может быть. Так, 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 так. Вот, вопрос вам. Верите ли вы, что настоящая женщина с первого раза не соглашается, а настоящий мужчина два раза не предлагает? И замкнутый круг получается. Верите, правильно делаете. Так, вопрос вам. Вопрос такой, все-таки публика питерская. Верите ли вы, что интеллектуальным человеком в Петербурге может называться тот, кто на вопрос «кто-кто» отвечает «Агния Барто»? Верите, правильно делаете. Так, хорошо. Вопрос вам. Верите ли вы, что мужская верность – это когда женат уже в третий раз, а любовница все одна и та же? Мужская верность – женат в третий раз, а любовница все одна и та же. Верите, отсюда. Так, хорошо. Женский вопрос. Верите ли вы, что куриная слепота – это свойство, когда многие курицы даже не замечают, что они предохраняют них? Верите, верите. Так, еще один вопрос, сейчас такой вот, вот вам выберу. Вопрос такой. Верите ли вы, что женский мозг в полтора раза красивее, чем наш мужской? То есть мне врачи рассказывали. Да. Верите, а зря, одинаковые, ну что вы. Так, ну что, дорогие друзья, мы продолжаем. Этот молодой человек уже успел переодеться, поэтому мне остается только его объявить. Итак, своим теплом делится наш друг из Армении. Августин Лара, «Гранада», поет Аванес Нерсисян. Thank you.
Петросян, браво! Михаил Голиков. Анес, но вы сами понимаете, что армянин должен сказать, ну не тост, но красивое пожелание нашим зрителям под Новый год. Спасибо. Спасибо. Ну, я хочу, конечно, читать, я сам написал, потому что сложно для меня на русском наизусть сказать. Позвольте читать мое пожелание. Дорогие наши зрители, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам всем самого наилучшего, счастья, любви, здоровья и благополучия. Для нас это большая честь и огромная ответственность каждый раз выступать перед вами и при этом постараться очаровать и покорить ваши души. Спасибо, что приходите на наши концерты, особенно в рамках нашего любимого международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». Воспользовавшись возможностью, хочу особенно поздравить нашему любимому и очаровательному художественному руководительницу фестиваля, заслуженную артистку России, великому искусственную деятелю по всему миру и большого патриота Марию Саргисовну Сафарьянцу, и желать ей долгих лет жизни, здоровья и творческих успехов. С наступающим Новым годом, друзья! Храни Господь нас всех и нашу большую страну! С Новым годом! Спасибо! Спасибо большое, Ванесса! Спасибо! Классно! Ко второму концерту нужно выучить наизусть. Ну, дорогие друзья, вы сами понимаете, что мы сегодня очень много говорим о красоте музыки, о красоте вот этого музыкального фестиваля, в котором вы тоже принимаете участие, артисты принимают участие. А вот какая вот, ну, я не знаю, вот символ в музыке, какой инструмент? Мы специально ждали, чтобы вы не видели. Итак, какой инструмент, символ красоты в музыке? Арфа, правильно, арфа, которая стоит за нашей спиной. Но поскольку я технарь, Миш, я тебя спрошу тогда. Вот сколько педалей у арфы и сколько струн у нее? Да не надо. Давайте вас спросим. Кто знает, сколько педалей? 7, правильно. А струн? 40, прибавьте. И скажите. Вот, сидит знаток, можно сказать, такого очаровательного музыкального инструмента, как арфа. Итак, дорогие друзья, я просто представляю нашего вундеркинда музыкального. Итак, Франсуа Андриен Бульдьо. Концерт для арфы с оркестром до мажор, третья часть. Исполняет лауреат международных конкурсов Алиса Садикова. Друзья, аплодисменты этому юному таланту. Thank you.
Алиса Садикова. Можно сказать, Алиса в стране волшебной музыки. И маэстро Голиков, спасибо. Алиса, ну и вы знаете нашу традицию, пожелания. Новый год – это время чудес и волшебства. Я хочу пожелать вам, чтобы все ваши желания исполнились. Будьте счастливы. Спасибо большое, Алиса Садикова. Ну, вы знаете, вот Алиса правильно сказала про волшебство, потому что как раз все ближе и ближе этот час волшебства. И давайте все мы загадаем какое-то чудо. Я понимаю, что кто-то, может быть, через некоторое время за столом съест виноградинку, съест оливку и загадает это самое чудо. И чтобы все эти добрые мечты обязательно сбывались. Итак, Петр Ильич Чайковский, вальс «Снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик». Исполняет симфонический оркестр Ленинградской области и детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга.
детский хор радио и телевидения Санкт-Петербурга, художественный руководитель Игорь Грибков. Можно сказать, отец-наставник. И симфонический оркестр Ленинградской области, дирижер Михаил Голиков. Вы знаете, вот поскольку сейчас звучал Петр Ильич Чайковский, и у нас сегодня мы так немножко шутим на нашем новогоднем празднике, я вспомнил московскую историю, мне ее в этом году рассказали, Дом музыки, выходит ведущий, говорит, Петр Ильич Чайковский, первый концерт для фортепиано с оркестром. Звучит произведение, после произведения с первого ряда встает здоровый мужик с букетом цветов, подходит к дирижеру и говорит, Петр Ильич, для первого концерта просто обалденно. Ну, московская история. Вот. Но, дорогие друзья, мы сегодня говорили о разной красоте, но, по-моему, Михаил, мы сегодня не воспевали только женскую красоту. Я предлагаю сейчас, собственно говоря, к этому и перейти. Итак, дорогие друзья, Петр Ильич Чайковский, ария Роберто из оперы «Иоланта», поет Виктор Коротич. И Мария Сарфаянс. Дорогие друзья, ну и на самом деле, кто может сравниться с Марией Сарфаянс? Все дело в том, что, дорогие друзья, она не только художественный руководитель нашего фестиваля, она еще и замечательная скрипачка. Но сегодня она сделает вам сюрприз, потому что у нас все-таки новогодний концерт, а это значит, должны быть сюрпризы. Сегодня Мария для вас сыграет на рояле. Итак, музыка Рэнди Эдельмана и Эрла Гарнера. Музыкальный коллаж. Солистка, заслуженная артистка России Мария Сафарянс.
Сафарьянс, заслуженная артистка России, художественный руководитель нашего фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». Симфонический оркестр Ленинградской области, маэстро Голиков. Дорогие друзья, спасибо большое. Я хотела высказать большое мое уважение и любовь. И, конечно, к маэстру Михаилу Голикову, с которым связывает меня уже долгая творческая жизнь. Мне кажется, она только начинается. Каждый раз, когда мы встречаемся, мне кажется, что все впереди. Да, это говорит о том, что у нас еще немножко высокие задумки, резерв. Вот всем желаю, хочу пожелать оркестра, вот именно сейчас, всем этим молодым талантливым музыкантам, чтобы молодость была вечной и всегда душа пела, всегда игралась. Масса, много хороших концертов, Михаил, и вам. Вам у вас все остальное есть, вам только здоровье. Это тоже у вас есть, но чтобы оно всегда вас, да, вас стимулировало. Спасибо, Лариса.
Ну, как будто бы осталось добавить, что надо пожелать всем хорошего настроения в будущем году. Правильно? Да? Вот я думаю, что это хорошее настроение. Вы уже видите, все сегодня поменялись ролями. Сергей носит пюпитр, я за него рассказываю. А мы найдем кого-то. Ой, я смотрю, тут столько талантливых моих коллег идут. Итак, мы встречаем на сцене Ирина Матаева, солист Кабаринского театра. Виктор Коротич, солист Кабаринского театра. Борис Степанов. Алиса Садикова. Аванес Нарсисян. И маэстро Кристиан Делизо. И замечательный мастер игры и хранитель всех возможных секретов Сергей Прохоров. Спасибо, Миш, спасибо. Ну что, дорогие друзья, чтобы у вас во все новогодние праздники, а их 10 дней почти, всегда было хорошее настроение. Шуточный бал, то шуточное поздравление. Вам не в шутку желаю, всерьез, чтобы радость всю ночь не кончалась, чтобы подарки принес Дед Мороз и Снегурочка на ночь осталась. С Новым годом!